Приветствую вас, уважаемые друзья. Хочу вам показать небольшой фокус. Как видите, перед нами обычная фотография автомобиля. Но на самом деле это не просто фотография. Это всего лишь маленькая часть целого коллажа из фотографий. Автомобиль собран из сотен фотографий других автомобилей. И за ближайшие несколько минут мы с вами научимся делать подобные коллажи своими собственными руками. Для этого нам понадобится программа Photocollage Maker от компании Artensoft. Убедиться в том, что нам нужна именно эта программа, можно на сайте artensoft.ru, где в разделе «Галерея» вы можете ознакомиться с примерами коллажей, созданных с помощью этой программы. Здесь мы можем не только оценить возможности Photocollage Maker, но и почерпнуть идеи для создания уже своих собственных коллажей. Как видите, область применения программы может быть достаточно обширной. От использования коллажей в рекламной деятельности, как, например, с этим известным всем вам логотипом, так и до создания оригинальных подарков, как, например, видите, в случае с девушкой, собранной из цветов. Все зависит от вашего желания и, конечно же, от фантазии. Ну что ж, а мы давайте приступим непосредственно к экспериментированию. Открываем Photocollage Maker. Перед нами интерфейс программы. Первое, что нам нужно сделать, это выбрать то изображение, из которого мы, собственно говоря, и собираемся сделать коллаж. Для этого мы воспользуемся кнопкой «Обзор». Вот наш автомобиль, с ним мы и будем работать. Открыть. На следующем этапе нужно решить вопрос, из чего мы будем формировать выбранное только что исходное изображение. То есть в программу необходимо загрузить папку с фотографиями, картинками, обоями для рабочего стола, с любыми изображениями, которые Photocollage Maker проиндексирует и которые он будет использовать при создании коллажа. Делается это очень просто. Имеется кнопка «Добавить», мы выбираем папку с изображениями, любую, и добавляем. Время индексации зависит от величины загружаемой базы. Чем больше фотографий, тем дольше придется подождать, в том числе и потом при сохранении коллажа. Но в то же время, чем больше и разнообразнее база мини-изображений, тем качественнее получится коллаж, так как у программы просто-напросто будет более широкий выбор для подбора в процессе формирования коллажа. Причем, если вы хотите создать, а у вас нет достаточного количества фотографий, просто нажмите вот эту ссылку и скачайте уже специально подготовленную для вас обширную базу изображений, пригодную для формирования самых разнообразных коллажей. Если какая-либо из уже загруженных баз вам не понадобится, то вы всегда можете ее удалить, выделив и нажав кнопку «Удалить». У вас на компьютере она, понятное дело, останется. В нашем случае давайте выберем вот эту базу с автомобилями всем известной марки. Вот здесь отображается количество файлов, находящихся в ней. Ну, хорошо, если их больше 500. Хотя, если честно, если меньше, это не критично. Пойдемте дальше. Третий этап – это настройка параметров коллажа. В принципе, его можно пропустить и сразу нажать кнопку «Сформировать коллаж». Настройки по умолчанию нам позволят получить вполне достойный результат. Но все же давайте быстренько пробежимся по настройкам. Я уже заранее подобрал наиболее оптимальные настройки для нашего коллажа. Это 400 базовых блоков первого уровня, 4 уровня вложенности. Мы будем использовать только оригиналы мини-изображений и их зеркальное отображение. Радиус повторяемости дубликатов поставим 10. О первом уровне мы сейчас поговорим поподробнее. И мы исключим из области формирования коллажа белый фон. Применить. Более подробно обо всех этих настройках и возможностях, и вообще других приятных хитростях Photocollage Maker вы можете узнать, пройдя вот по этой ссылке. А мы, как я и обещал, остановимся на закладке коррекции количества блоков первого уровня. Это находится в дополнительных настройках на четвертой вкладке. Что это значит и с чем его едят? Дело в том, что в исходном изображении может быть достаточно много мелких деталей, которые не получится точно прорисовать с помощью блоков первого уровня, то есть самых крупных составных частей нашего коллажа. Ну вот, например, здесь это видно. Видите, глаза прорисованы с помощью блоков второго и третьего уровня вложенностей,
А на месте носа расположились наши крупные блоки первого уровня. Чтобы уменьшить их количество, нужно сместить ползунок влево. Ну, например, вот до минус 50. Давайте так, для примера, сместим. И у нас тогда получится вот такой результат. Видите, здесь уже и нос прорисован более детально. Ну, а если бы мы сместили ползунок до вправо до плюс 50, то у нас результат, соответственно, получился бы вот таким. То есть количество блоков первого уровня значительно бы увеличилось. Ну, давайте посмотрим, что же получится с нашим автомобилем, если мы нажмем «Применить на нулевом значении коррекции» и нажмем «Сформировать коллаж». Как видите, результат получился весьма неплохим. Хотя видно, что некоторые блоки первого уровня явно лишние. Например, вот как здесь, или даже вот здесь, здесь. Вот они вылезают за рамки изображения. Давайте вернемся на третью вкладку, зайдем в дополнительные настройки на первый уровень и уменьшим количество блоков первого уровня, ну, до минус 70%. Применить и еще раз формируем коллаж. Хочу вам сказать, что если в вашем исходном изображении будет достаточно много однотонного фона, ну, например, голубого неба, то есть смысл наоборот увеличить количество блоков первого уровня. Все будет зависеть от того исходного изображения, которое вы выбрали. Ну вот. Теперь, как видите, все блоки на своих местах. Нигде ничего не выпирает, все достаточно детально прорисовано, и результат получился весьма интереснее. Кстати, на этом же этапе можно заменить некоторые блоки на более выгодные с нашей точки зрения. Ну, для этого можно выбрать любой блок, ну, например, вот этот, да, и вот из этой галереи выбрать более подходящее изображение. Например, вот это. Коллаж готов. Нам осталось его всего лишь сохранить. Для этого переходим на пятую, заключительную вкладку. Выбираем желаемый размер файла и нажимаем «Сохранить». Пока коллаж сохраняется, можете посетить сайт artentsov.ru и подробно ознакомиться с уже упомянутой мной галереей готовых коллажей, а также другими программами от компании Artentsov, которые наверняка покажутся вам интересными. Ну что ж, коллаж готов, давайте посмотрим его поближе. Как вы убедились сами, создать коллаж достаточно просто. Для этого не нужно каких-то специальных знаний, образования, много времени. Artentsov Photo Collage Maker позволяет нам это сделать буквально за несколько минут и подарить тем самым радость не только нам, но и своим близким. Желаю вам успехов и до новых встреч!